Хочу сделать короткое видео по треугольнику. Мы видим, у нас падение, здесь у нас вышел большой объем, здесь у нас еще дополнительный объем, который поддержал его. Мы якобы двинулись вверх, но тут же нас начали придавливать и загонять в треугольник, загонять в загадку. Как разгадать этот ребус? Один из вариантов, который предлагаю, следующее. Не смотрим на эти линии, мы смотрим только на то, что у нас произошло вот такое треугольное сужение. По теням, если нарисовать, то треугольник у нас сформировался вот так. Так как же из него выходить? Вариант простой. Надо найти середину треугольника. То есть у нас вот между этой точкой и этой есть середина. Как ее найти? Достаточно Фибоначчи натянуть. У кого есть цифра 50, это хорошо. У кого нет, и ладно. Просто запоминаем. Вот 50. Поставим сюда линию. Это будет как раз середина всего этого хозяйство. Я убираю фибу, нужды в ней больше нет. Итак, смотрим, что у нас в треугольнике. В треугольнике у нас образуется зона, которую мы назовем уровень. И будем смотреть, как на ней разыграется ситуация. Именно из середины, как правило, стартуют все движения. Как из флета, как из вот таких накопительных треугольников. Вот. Все дела, все основные процессы будут происходить всегда в середине. Могут, конечно, ходить глубже вниз, выше вверх и все такое, но начало процесса начнется из середины. Поэтому надо находить середину и смотреть, куда будем вырываться. Если посмотреть, то мы видим, что у нас бьются об эту часть. Но вниз пока прорыва нету. И более того, возникает такое впечатление, что мы делаем первое касание, второе, чтобы отбиться. Возможно, потом третье и гораздо выше. То есть уже сейчас в этом накоплении мы не гадаем, мы уже понимаем, куда пойдет цена. Она пойдет вверх. Уже сейчас начинает происходить это пробитие, этот переход. Давайте еще раз глянем. Что мы видим? Мы видим, как цена выходит, ее заталкивает. Цена снова выбивается, пытается как-то ретеститься и уже прорваться дальше вверх. Все, спасибо.